7 июня бизнес-центр «Корстен» принимал высококлассных специалистов нефтегазовой отрасли со всего мира. Коллеги обсудили развитие и тиражирование наукоемких и технически сложных проектов химических методов увеличения нефтеотдачи, которые требуют комплексного вовлечения нефтегазовых компаний, вузов, научных институтов и инжиниринговых компаний, производителей специализированных химических реагентов и оборудования, региональных и федеральных органов власти. В ходе научно-технической сессии научный коллектив Казанского федерального университета представил свои доклады. Есть определенные сложности с химическими реагентами, которые поставляются в нашу страну, и поэтому сегодня здесь собрались специалисты, которые, с одной стороны, являются производителями, с другой стороны, разработчиками, а с третьей стороны, потребителями. Казанского университета здесь представлено несколько докладов, поскольку наш университет активно занимается разработкой химических реагентов для увеличения нефтеотдачи, является одним из ведущих центров в этом направлении. Это ПАВы и полимеры для повышения нефтеотдачи, которые можно использовать для различных условий, в том числе осложненных. Проекты по развитию химических методов увеличения нефтеотдачи актуальны для всех недропользователей с трудноизвлекаемыми запасами и зрелыми месторождениями. Развитие российских химических методов увеличения нефтеотдачи – серьезный вызов, который даст импульс развитию целого ряда смежных отраслей промышленности, созданию новых продуктов, а также импортозамещению производства специализированной химии и оборудования. По словам Даниса Нургалиева, проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука о земле Казанского федерального университета, на прошлогодней конференции были определены стратегическое видение, реальные практические шаги на ближайшее будущее и договоренности между участниками о планируемых проектах. Встреча 2023 года стала логическим продолжением обсуждения результатов реализации идей, а также обозначения новых точек роста и перспектив. На мероприятии коллеги обменялись актуальным опытом и выслушали идеи ведущих ученых отрасли. Количество участников и их активность в обсуждении проблем показали важность и перспективность химических методов увеличения нефтеотдачи. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.